Это опять примера не песни, а примера аранжировки. Я после большого перерыва, к моей большой радости, опять договорился с очень талантливым, очень интересным музыкантом Александром Владыкиным, который написал аранжировки к таким моим песням, как «Белокуриха», «Давайте будем счастливы», «По облакам». И вот я его уговорил. Следующая песня называется «Еще раз про любовь». Я здесь уже много раз пел без инструментала. Вот, но вот то, что он сделал, мне, например, нравится очень. Предлагаю ваше внимание. Я заглянул в ее глаза, в ее глазах была гроза. Весенний ливень, колокольчик полевой. И ветер мне шепнул весной, на свете нет другой такой. И береги ее и сердцем, и рукой. И береги ее и сердцем, и рукой. Она смеялась надо мной своей улыбкой озорной. Не говорила мне в ответ ни да, ни нет. А ветер вновь шептал ей вслед, другой такой на свете нет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. Ты не отыщешь даже через тысячу лет. А мне не впрок и не вдомек, и не хранил, и не берег. И оказалось так нетрудно потерять. И ветер тихо прошептал, ну что ж ты так не удержал. Я промолчал, а что сказать, ну что сказать. Я найти ее опять, хочу и больше не терять. От любви, как от себя, не убежишь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Все потому, что про любовь вся наша жизнь. В году любом, в краю любом, так много песен про любовь. Да потому, что про любовь вся наша жизнь. Спасибо. Правда, черт, а не музыкант, да? Это живой баян, это он все...